праздники, не только профессиональные, Иван Киржаков привык проводить на работе. Что делать, служба такая. В пожарной охране он уже 8 лет. С профессией определился еще в школе и не пожалел о своем выборе. Говорит, привлекает романтика и важность работы. Большие красные машины, то, что помогаешь людям, спасаешь их. Смена 24 часа. Сутки работаешь, трое отдыхаешь. Иван – руководитель дежурной смены, который выезжает на тушение крупных пожаров. Сейчас, когда они беззаботно беседуют, то пьют чай, даже не верится, что их работа – постоянный риск, цена которому – спасенные жизни. Опасно. Работа есть работа. Работа – надо кому-то. Дома тоже смирились. Многие дружат с семьями, встречают праздники и проводят выходные вместе. Иван хоть семьей пока и не обзавелся, но сердце его не свободно. Привыкнуть к постоянной опасности нельзя, а вот выработать свое отношение – вполне. Со временем привыкаешь ко всему, уже кажется, что, в принципе, обычный рабочий будь. История пожарной охраны России началась 30 апреля 1649 года. И по сей день работа пожарных – одна из самых важных. Они спасают людей из огня, знания и накопленный опыт передают новому поколению огнеборцев. Именно ветераны стали крепкой, надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров. Ежегодно среди школьников проходят соревнования по пожарно-прикладному спорту, а также открытые уроки, во время которых сами пожарные рассказывают о сложностях и романтике своей профессии. Дома и на службе в свой праздник они получают слова поздравлений и главных пожеланий. Здоровья, здоровья, продвижение по службе, ну и удачи. За многие годы существования пожарный расчет из конки с бочкой воды превратился в мобильный многофункциональный отряд, способный ликвидировать не только пожар, но и последствия любой чрезвычайной ситуации. Одно осталось неизменным. Главное – вовремя прийти на помощь. Дарья Линская, Денис Корнев, Первомытищинский.